Найдено место затопления корабля Джеймса Кука. Судно HMS Endeavour было переоборудовано после кругосветного путешествия и потоплено во время войны. Археологи из Австралийского национального морского музея утверждают, что обнаружили точное место затопления судна HMS Endeavour. Об этом сообщает Daily Mail. Кораблем в Звее веки командовал легендарный британский исследователь капитан Джеймс Кук. Считается, что после путешествия судно переоборудовали в военное судно и оно потерпело крушение в 1778-м во время войны за независимость США. Участок, где обнаружены обломки корабля, находится рядом с островом Год в заливе Наррагансетт, штат Рот-Айленд, США. Археологи подчеркивают, что идентификация обломков корабля будет возможна только после подводных раскопок. Их запланировали на 2019 год. Правительству США и Австралии придется вести переговоры по исследованию и транспортировке обломков корабля. Накануне археологи возле египетского храма нашли новую статую сфинкса. Также корреспондент писал о том, что ученые нашли рисунок, которому 73 тысячи лет. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.